Шум уборочной техники по ночам саратовцев уже не удивляет. Утром улица Слонова будет радовать и автомобилистов, и пешеходов. Дорожные работы здесь начались в 8 вечера. Уже к полуночи вывезли несколько КАМАЗов снега. Дорожникам приходится нелегко. В этом году они работают в усиленном режиме. Только этой ночью в уборке снега задействовано больше сотни человек. Некогда даже в парикмахерскую сходить. Работаем день и ночь. Проснулся на работу, пришел домой, упал, заснул, проснулся опять на работу. Все-таки как-то добро какое-то общество приносишь. За эту зиму в Саратове было два крупных снегопада – в конце января и середине февраля. Последняя непогода принесла 2-месячные нормы осадков. Чтобы очистить улицы, в Саратове впервые производилась эвакуация машин, припаркованных на проезжей части. В городе появились последние новинки техники – 2 снегоплавильных аппарата. Улица Слонова снег этой ночью убирают на всех крупных магистралях Саратова. Спецтехника работает на 32 улицах. Вместе с рабочими в ночное дежурство вышел глава администрации города Алексей Прокопенко. Вот в прошлом году у нас один автомобиль делал самосвал, 2 ходки за смену. В этом году мы делали 24 в среднем. У нас даже умельцы, водители делали до 29-30. Мы все фу-фу прошли. Нормально. В общем-то, маловероятно, что уже будут какие-то серьезные снегопады, так что будем готовиться уже к новой зиме. Рекорд этой зимы – отсутствие серьезных дорожных коллапсов. В этом году саратовцы не добирались до дома по 5-6 часов. Трамваи ходили исправно. Для очистки рельсов тоже использовалась спецтехника. Еще одним достижением могут похвастаться дорожники. С начала зимы они вывезли 730 000 кубов снега. Екатерина Савина, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.